Привет, ребят. Сегодня 14 число, последний день, соответственно, теста, то есть потом только будет сам уже релиз Диаблы. Начал первый раз записывать и, разумеется, забыл включить звук, как долбоеб. Ну ладно, вот со второго раза точно все получится. Сразу скажу, там все ссылки, так сказать, реквизиты в описании на телегу и так далее. Ладно, погнали. У меня Fire Mag. Сразу вот, что бросается в глаза, гидра. То есть гидра — это, в принципе, скилл из Диабло 2 еще. Даже выглядит вот как Диабло 2 выглядит. Второй — это я нашел РФ. Flame Shield — это такой подобие РФа Диабло 4. То есть этот скилл, он все полностью делает иммунным к урону, пока он активен. Но у него кулдаун большой, то есть он действует 2 секунды, а кулдаунится 20 секунд. Наносит урон окружающим врагам, делает тебя иммунным к урону. То есть такая жесткая хрень. Но, опять же, в чем проблема? То, что долго очень он кулдаунится. Но может, можно будет как-то билд через это делать. Видите, игра релизится 6 июня. Полная, то есть ты сейчас даже 50 уровень не можешь апнуть, поэтому сейчас полный какой-то, так сказать, полное мнение об игре, ну, наверное, рановато, да, еще говорить. Поэтому такое промежуточное. Можете сразу ролик посмотреть предыдущий, я на него ссылку оставлю, где я еще прошлый тест, в прошлый доступ играл. Если ты купил стандартную версию, если что, тоже ссылка будет на ролик, как это сделать в России, полный доступ получить. А так мне очень нравится. То есть, что главное, я вижу изменения относительно того, когда я в последний раз играл в Diablo. Игра намного стала приятнее, так сказать, плавненькие. Когда игра только вышла, вот первые стримы я пытался по ней проводить, да, когда-то месяц назад. У меня буквально даже я стримить не мог, потому что у меня потеря кадров была там 95%. То есть они улучшили все, пофиксили. Теперь можно спокойно, видите, вот что с записью, что на стриме. Спокойно, я уже и постримил на Твиче, и на Ютубе эту игру. То есть все спокойно, без лагов идет. Это очень приятно. Вот так я пока гидр чуть попрокачивал. Flame Shield, я не знаю, Flame Shield — это очень круто. Firebolt чуть-чуть буквально попрокачивал. У меня инсинерейт вкачан. А, я знаю, откуда у меня инсинерейт. Это, наверное, со стафа или откуда-то с шмотки с какой-то. Потому что я инсинерейт не вкачивал. Это да, это с какой-то шмотки у меня. Погнали. То есть, ну, мне очень нравится, да, вот нынешнее состояние игры, она очень даже привлекательная, плавная. Может быть, в ней эндгейма не будет, я не знаю. Лол. Музыка из Diablo 2, слышите? Прикольно, отсылочка такая. Очень приятно. Я только сейчас заметил, реально, музыка из Diablo 2. Ладно, я пропущу, я все это видел до этого на тесте. А, ну и Тристрам, это же в Diablo 2 было вот этот. Там еще уровень с коровами, типа. Прям с нетерпением жду Diablo 4, это я сразу могу сказать. Ну и сам советую поиграть, да. Интересно. О, это Нейрель. Это девчонка. The trail to the vault.
А, это ж я не дуб-квест делаю, это сюжетка. Да, это сюжетка. А, на World Boss'ов сразу говорю, не ходил. Они там по таймингу, но я вроде спал, что ли, я не знаю. То есть на World Boss'а не ходил. Да и что-то впадлу, не знаю, 14 уровнем туда идти. Времени уже нет, то есть я не буду, как некоторые, всех персонажей перекачивать. То есть я вроде бы ассасина пробовал до этого. Сейчас вот фаермага пробую. Ну, я думаю, что стартовать буду фаермагом. Мне как раз вот он очень понравился. Когда уже Diablo 4, соответственно, выйдет. В принципе, мне нравится, как я сейчас прокачиваюсь. Возможно, я какой-то билд найду другой. Главное, да, что очень приятно играть. То есть я слышал, негативные отзывы есть, но я бы им не верил. То есть игра действительно хорошая. У меня только положительный отзыв. Это, кстати, инсинерейт сейчас был. Вот этот луч. Единственное, что мне действительно не нравится, градация. То есть то, что, ну, локация, она по твоему уровню тоже растет вместе с тобой. То есть мне это не нравится. Мне нравится все-таки получать постоянное усиление, а не видеть то, что локация вместе со мной усиливается. Это типа такое себе. Визуал прям очень приятный, да, то есть посмотрите на эту графику. То есть не зря я компьютер новый собирал, то есть прям, не знаю, очень нравится. И советую пересмотреть мою трансляцию, стрим. Там где-то 1,5 часа или 2 у меня было, там в папке трансляции найдете. А тогда, если что, по всем вопросам пишите в телегу, в комментариях под стримом. Тоже будем это дело обсуждать, там, не знаю, врываться вместе, опять же, в Диабло. Если у кого будет желание, потому что, видите, опять же, меньше месяца даже уже осталось.